Да я вас слышу, я говорю, приедет защитник с доказательствами, я все открою. Я все открою, не надо пистолет доставать. Я вам говорю, что я сейчас выйду из машины сам. Я вам говорю, не надо, Денис Геннадьевич, они это самое. Начинают отгибать дверь и начинают заливать баллоном. Ну вот, они начинают заливать дверь. Денис Геннадьевич, они просто ломают дверь и начинают ломать вот стекла, угрожать мне пистолетом. Он достал пистолет, потом убрал. Да? Денис Геннадьевич, они начинают ломать сильно. Да я это не против, я выйду, я вам говорю, что сейчас привезут документы, и я выйду из машины сам. Так он ломает мне стекло, они вот бьют стекла и заливают газом. Я говорю, а он достал пистолет. Я выйду из машины, приедет защитник, подъезжает, я сам выйду. Да не надо ломать дверь, да не надо. Да не надо бить стекла, блин. Выходим из машины.